Всем привет, дорогие мои! С вами Кунинова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И это мой такой вот большой разношерстный заказище. Сейчас будем с вами смотреть. Первое, что мне пришло, это, конечно же, чай Гидрейн. Мы его очень часто заказываем, он нам очень часто нравится. Пригождается, вернее, не нравится. Артикул 157-71. Это такой вот травяной сбор. Чистота и легкость стеля, который состоит из 21 фильтр пакетика. Во-первых, он идет полностью как натуральные травы. Во-вторых, тут идет 100% прям натуральный состав полностью. И он идет как комплексная поддержка организма. Идет в составе мята, ежевика, крушина, алтей, пижма, репешок, кукурузная рыльца, хвощ, александрийский лист, амела белая. Он способствует действительно мягкому очищению организма от шлаков и токсинов. Активизирует перистальтику кишечника. И в упаковочке идет 21 пакетик. Вот если смотреть способ применения, да, то есть то тут один или два фильтра пакетика положить в чашку, залить стаканом кипятка, да, видите, какой тут классный состав, и, в принципе, настаивать 5-10 минут, и потом можно пить. Но по своему опыту скажу, что два пакетика это слишком мощно, лучше начинать пробовать с одного, а потом уже мало ли что два пакетика. Дальше чай Бронха. Такой чай, он действительно помогает всей нашей семье. Он обладает противовоспалительным, отхаркивающим эффектом. И вообще, кто бы у нас в семье не закашлял, еще что-то, то есть мы всегда его пьем. Вот сейчас у меня его мамулька пьет. Я отправила в поселок на Яндекс.Такси, отправила таких вот несколько пакетиков, потому что папа подкашливает, мама подкашливает. Вот, он обладает противовоспалительным и отхаркивающим эффектом, укрепляет местный иммунитет в период простуд. Идет как 100% натуральный продукт, но у нас все вот эти чаи, они 100% натуральные идут. Дальше у него идет направленное действие и комплексная поддержка, в принципе, всего организма в целом. Состав у него, как вы видите, просто наишикарнейший, и принимать его нужно тоже, как обычно, 1-2 фильтра пакетика мы кладем в чашку, заливаем кипятком. Противопоказания у него идут, что не следует применять, если есть какая-то чувствительность, какой-то из трав, да, потому что чай все-таки натуральный. У кого-то там на апельсины бывает аллергия, у кого-то на мед, да, у кого-то может быть на траву. Следующий чай, просто вкуснятка вкуснятная, тоже тут очень хороший состав. Он действительно идет как общеукрепляющий травяной сбор. В составе идет эхиноцея, чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай, березовые почки. Да, то есть тут вообще он очень сильно укрепляет жизненные силы человека. Да, если вот мало ли там человек поболел или только начал болеть. Вот такой чай можно пить, чтобы не разболеться. Тоже очень шикарный. Дальше, конечно же, хлорелла спирулина. Сейчас он вообще очень часто будет попадаться в моих заказах, потому что моя 10-летняя дочка ни в какую не ест вообще никакой вид зелени, а зелень нужно где-то брать. Вот. И как раз-таки водоросли хлорелла и спирулина – это мультивитаминный комплекс, созданный природой. В состав одной таблетки спирулина 50% и хлорелла 50%. Они такие вот прессованные, очень интересные. И это лидеры по содержанию растительного белка. И более 50% веса каждой таблетки – это аминокислоты, из которых человеческий организм выстраивает белковые молекулы. Вот. Но вообще зелень – это круто. Наш организм может обходиться без мяса, синтезируя белок из зелени. Недавно смотрела нутрициолога, не своего врача, а другого. Но тоже очень интересно. Тут их 200 капсул в составе. Регулярное употребление обогащает организм витаминами, минералами в сбалансированной пропорции. Спирулина содержит 12 витаминов и 14 минералов. А хлорелла богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Д, Е, К, П. И также, это вообще обалдеть, она содержит кальций, калий, железо, цинк, магний и фосфор. Вот, поэтому, конечно, нужно обязательно такие штучки принимать, обязательно, чтобы они вообще были в нашем с вами рационе. И взрослым их нужно по 6 порций в день. Я смотрела, когда Эдигера, нашего врача, он сказал, что нужно принимать по, допустим, по 2 штучки 3 раза в день. Это будет шикарно. Вот, мы их пьем также за 40 минут до еды.
Wheatgrass – это такие вот росточки пшеницы, очень интересные. Вот, они являются кладезем таких витаминов, как А, В, С, Д и Е. Также минералы железо, магний, калий, фосфор, кальций. Содержит 19 аминокислот из 21 возможной. Да, тут видите и способ применения, и все вам тут аннотацию полностью все показываю. Вот, это идеальный источник хлорофилла, витаминов, минералов. Также выводит из организма токсины и тяжелые металлы, улучшает пищеварение и работу печени, нормализует уровень сахара и холестерина в крови. Идеальный смузи-ингредиент, улучшает состояние кожи, волос, зубов, очищает кожу. Вы посмотрите, я вся зеленая. Так, давайте-ка поосторожней. Да, уж весь товар посыпала, да? Ну, теперь вы знаете, какой он может быть. Почему бы нет, да? Такой порошочек. У него очень приятный такой вкус зелени. Он ускоряет обмен веществ, очищает кожу и замедляет процесс старения. Да, то есть и улучшает состояние кожи, волос и зубов. Способ применения у него тоже классный. Я посмотрела, да, то есть одну чайную ложку мы размешиваем в стакане воды, супа, коктейля или любого другого напитка. Просто одну чайную ложечку в день. Шикарно. Это мы тоже заказываем своей Виктории Антоновне, чтобы она вот хотя бы таким образом принимала зелень. Мы его разводим в водичке и как шприц... Знаете, есть шприц из-под нурофена, так вот мы таким шприцом ее поем, этой зеленью растворяем и даем. Ну вот по-другому пока никак, по-другому отказывается. Вот эта вещь меня покорила, покорила моих родителей, кстати. Очень вкусненькая штучка, которая идет как реальный инновационный продукт в области пищевой промышленности, незаменима для тех, кому важна здоровая и сбалансированная диета. Представляете? Значит, тут идет цельносмолотое зерно, которое обеспечит организм большим количеством волокон, магнием, фосфором, железом, витамином В1 и В2. Он идет как четырехзлаковый из цельного зерна, твердой пшеницы, овса, ячмени и ржи. У меня вся семья их с превеликим удовольствием кушает. Ну, еще плюс ко всему, он каким-то образом помогает контролировать вес, но это я уже не подскажу, не знаю. Они просто вкусные, они просто классные, они просто полезные. Первый раз, когда я заказывала одну штучку, я подумала, что ячмень, рожь, думаю, боже мой, что это такое, мне не понравится. Но, как вы видите, он у меня уже пятый или шестой раз в заказе. Ну, те, кто смотрит меня на постоянной основе, это видит. Обалденная штука, очень вкусная, люблю его варить альденте. 2-3 минутки варю, ну максимум 4, да и то, наверное, 4 не варю. И потом сразу же, да, через друшлаг и на сковородочку на масле гхи. Очень вкусно получается, здорово, великолепно. Ну, кому хочется, можно поджарочки сделать, кому не хочется, можно не делать. Вот вы знаете, с артикулом 302-52 могу вам порекомендовать очень классный пенный очиститель. Он идет как сухая чистка, то есть это особая чистящая композиция, которая создает обильную пену, глубоко проникает в волокна, восстанавливает первоначальные цвета и яркость красок, быстро удаляет въевшуюся грязь. Оспой, как же его открыть-то, да? Ну и колпачок, я вам скажу, да? Быстро удаляет он и въевшуюся грязь, получается, и засохшие пятна, и пыль. В общем-то, все, что нужно. Причем откуда угодно, с мягких игрушек, кроссовки ими можно помыть, мебель, кресло. То есть все вот это вот тканевое, что требует, вот, допустим, быстрой сухой чистки. Например, фломастер из дивана отмыть, да, наши малыши это любят. Вот, она рекомендована для очищения, получается, ковров с коротким и длинным ворсом, ковролина, велюра, плотных текстильных изделий. Вот смотрите, да, вот сейчас даже, я думаю, видно вот эту штучку, да, засох. И это у меня такая мягкая игрушечка. С одной стороны плак, а с другой стороны улыбка. Я все время ее, конечно же, улыбкой ставлю. Вот так вот таким образом взбалтываем, да, и она идет как формула против сложных пятен. То есть вот так вот можно замочить и даже это дело помыть. То есть мне нравится. Вот, пятно у меня засохшее, поэтому я прям побольше нанесла таким образом. Способ применения у него очень простой. Вот, им нужно просто... Слышите, как шипит? Да, вот так вот шипит. Да, им нужно просто перед использованием хорошо мы встряхиваем баллон, равномерно распыляем средство на обрабатываемую поверхность. Вот, при попадании на пластик, не дожидаясь высыхания, нужно удалить влажной тканью, дать пене подействовать. 3 минуты можно подействовать, если сильное загрязнение, можно и 5-7 минут подействовать. Затем обработать поверхность тряпкой, губкой, жесткой щеткой и так далее. Можно его пропылесосить после высыхания или протереть насухо, то есть как хочется. Мы пылесосим, да, вот видите, пена исчезает, мы пылесосим. Вот. И средство рекомендуется применять при температуре не ниже плюс 10. Лучше всего еще сделать тест. Мало ли там что где-то покрасится, еще что-то. Но мне очень нравится это средство. Прям великолепно.
У него есть какой-то вот такой характерный небольшой запах, но я бы не сказала, что он меня очень сильно беспокоит. Вот я сейчас просто губкой его протру, да, вот когда он начнет подсыхать, вот сейчас он очень сырой, я губочкой вот тут попротираю, и вот эта вся грязь, вот эта вот сушенка, да, Вика, наверное, или конфетку, или еще что-то опять кушала, и оно все пропадет. То есть мне не надо засовывать эту игрушку целиком, я просто по ней прошлась, и все. Ну, Вика у меня ее просто, ну, безумно любит, она постоянно целует, постоянно что-то с ней делает, да, поэтому хороший пример. Дальше у меня в руках любимый фитоконцентрат мужа. Это травяной энергетический фитоконцентрат для похудения. В составе у него идут экстракты черного чая, плоды шиповника, сок апельсина, чай матча, экстракт зеленого чая, плоды гуараны и лимонника китайского. Также идет экстракт кардамона. Он очень заметно тонизирует. Я его сама пила, я как энерджайзер, ну, потому что в составе матча, да, это 100% какая-то энергия будет, да. Вот. Эффективно тонизирует, дарит энергию, усиливает антиоксидантную защиту организма, ускоряет обмен веществ, что помогает активно и успешно снижать вес. 14 порций. Вот такая вот красота. 157, 15 артикул. И, кстати, забыла вам показать, обратите внимание, сколько у меня купонов. Это заказ у меня практически весь по купонам. Я заказала очень мега много БАДов. Вот, у меня даже муж сказал, ты чокнутая, мы столько БАДов не съедим. Но я-то знаю, сколько мы едим, я-то знаю, сколько ему там кладут. Поэтому вот это все, я практически все потратила на БАДы, практически все. Там сколько-то шампунечек, масочек для волос, сколько-то чего-то вот понабрала. Но на самом деле, вот вы представляете, такую пачку, да? Да, мы все истратили. Вот такая куча БАДов. Это вообще. Дальше. Так, это еще один чай мужа. Пока туда его спрячу. Идет вот такая вот крем-паста для чистки. Она мне действительно давным-давно очень нравится. Я ее прям хвалю на постоянной основе. Почему? Зафольгировали, так зафольгировали. Да, то есть она такая вот идет светленькая. Видите, густенькая. Такая вот, да. Ее вы наносите на любую металлическую поверхность, без разницы. Миска, кастрюля, допустим, сковородка, раковина, да, то есть, там, не знаю, лейка в душевой, да. То есть, вообще, абсолютно, в принципе, абсолютно без разницы. Вот, она очень хорошо очищает. Также она хорошо чистит различные украшения. Золотые, серебряные, она бриллианты не портит. Бриллианты остаются такие же яркие, блестящие. То есть, мне прям нравится. Она, вот, когда я чищу свои кольца и кольца мужа, я их просто, у нас есть такая маленькая штучка, да, я, то есть, выдавливаю туда, скидываю все кольца и пальчиком перемешиваю, жду там, не знаю, 3-5 минут, и потом все это через ситечко смываю, которая мелкая, да, ну, чтобы золото у меня не ушло, да, вот таким образом очищаю. Мне нравится артикул 30058. Что еще заказала я по купонам? Это, конечно же, всю свою линейку Blood Icon. Оставила по одной штучке. На самом деле у меня их намного больше. Да? То есть я их по 3 штучки заказала. Смотрите, значит, во-первых, это идет шампунь для нейтрализации желтизны. Артикул 2710. Пользуюсь им очень мега давно. И могу вам сказать, что эффект потрясающий. Я никогда не бываю желтая. У меня часто подписчики спрашивают, Анна, что у вас за цвет волос? И так далее. То есть шикарный, просто шикарный шампунь. Уже шикарный. Вот. Но к нему прилагается еще для лучшего эффекта, кто-то ведь, например, и не очень качественной краской красится и так далее, и шампунь может не взять. Поэтому анти-йеллоу маска, она как раз-таки идет как интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Вот, с артикулом 2712. Тут в составе тоже идет сапфировая пудра, так же, как и в шампуне, которая придает волосам блеск и наполняет сиянием. Вот, и тут же есть активные комплексы, которые идут как биомиметический кератин, который восстанавливает волосы. И способ применения у этой маски нужно 10-20 минут. Но я ее вот когда наношу, я еще начинаю ухаживать за собой. То есть я голову помыла шампунем, я волосы промокнула для такого влажного состояния, да. И после того, как я волосы промокнула, я начинаю, они такие, знаете, такие суховатые, я вот эту масочку наношу, и потом могу еще маску на лицо нанести, да, там побороться с волосиками, да, там, не знаю, поскрабировать ножки свои, да, тело, то есть, ну, как бы, мне это не составляет труда, времени уходит мало на это все дело, да, получается. Следующий, третий этап, это такой вот
восстанавливающий бальзам для осветленных волос 2711, это уже уход. И четвертый этап, все для нас, для блондинок. Да, четвертый этап с артикулом 2713 уже идет восстанавливающая сыворотка для осветленных волос, которая уже не требует смывания. То есть вы ее нанесли и так вот с ней ходите до следующей помывки головы. Тоже очень-очень удобно. Сыворотка классная, волосы впитываются, не утяжеляя. Такая вот хорошенькая, приятная. Все линейки такой сладкий, ну в меру сладкий, хороший аромат. В общем-то, хороша линеечка. Так, что же у нас дальше? О, опять чай Гидрейн. Пока его тут оставлю. Чай антистресс тоже очень хорошо успокаивает. Я прям, знаете, концентрация вроде как не теряется, но вот водителям, если там расстроен водитель, еще что-то, все равно бы не рекомендовала. Есть не то, что какая-то мутность, а вот, знаете, какая-то лень появляется, такое расслабление, так хорошо сладко засыпается с этого чая. Вообще просто великолепно. А если заварить два пакетика, начинает реально вырубать. Вот, то есть он вызывает сонливость. Артикул 156-67, поэтому, вот, знаете, есть успокоительные средства, которые не влияют на вождение и так далее. Это я считаю, ну, по своему опыту, вот как оно на мне отразилось, влияют. Значит, у нас тут что? Цветы ромашки, иван-чай, плоды шиповника, плоды фенхеля, трава лаванды, мелиссы, пустырника и корень валерьяны. Состав шикарный, ну, вот это все, наверное. У меня кошка, наверное, из-за валерьяны, из-за травы валерьяны, из-за корня, постоянно эти пакетики пытается из чая, из моего достать, выцарапать и пожевать их. Я говорю, ну неужели тебе и ромашка нравится, и фенхель? Говорю, ну ты кошка даешь. Так, следующий чай, это иммунити, я вам уже показывала, бронхо я вам показывала. Видите, да, Гидрейн показывала, вот они пошли, купончики, да. Тогда я вам расскажу вот про этот репейный бальзам. Он идет с артикулом 2958, вес 200 грамм, объем 200 миллилитров. Да, такой вот прикольный. Эта серия разработана совместно с лидерами и консультантами Faberlic. То есть это ваши, наши заявочки, ребята. Это шикарно. Это средство на основе лучших натуральных компонентов, которые проверены временем. И по-настоящему народный выбор получился. Репейный бальзам, он интенсивно питает и смягчает волосы. Он возвращает им, такой вот он интересный, он не печет, не жжет. У него очень приятный аромат, такой прямо мега-мега свежести. Вообще очень приятный, мне понравился такой аромат. Я один уже израсходовала, и как вы видите, заказала второй. Ну, значит, мне понравилось, значит, мне зашло. Ну, смотрите, практически не течет. Да, ну вот немножечко поехал, да, такая вот у него прям густущая консистенция. Что еще хочу про него рассказать, это то, что он интенсивно питает, смягчает волосы, возвращает им жизненную силу. Придает прядям шелковистость, да, вообще прямо очень шелковые, мягкость, блеск, облегчает расчесывание, оживляет пряди по всей длине. Также у него идет натуральное масло дикого репейника, которое укрепляет волосы и способствует их росту. Возвращает естественное сияние и гладкость. Вот такая вот классная, очень вкусная. Вкусная, полезная штука с 98% натурального происхождения. Это очень классно. Так, далее я вам покажу сейчас чек. Значит, чек у меня получился 67 тысяч, но это несколько у меня было коробок. И тут все идут БАДы. Сейчас я вот так вот его прокручу. Кому нужно, ставьте на паузу. БАДов у меня действительно было мега много. Просто я их уже все рассортировала, разложила. Отправила по мамам, папам, где-то оставила себе, потому что, ну, уже пора, чего их хранить так долго. То есть, вот такая вот длиннющий такой вот чек. Так, ну что ж, так, Витграсс, ростки пшеницы мы с вами обсудили, иммунити обсудили, поедем живицу обсуждать. Это идет красотка с артикулом 158-62. Ох, я не знаю, открою, не открою. Это вообще, чтобы его открыть. Я не знаю, что нужно. Я вот из-за этого даже реже стала его покупать, потому что открыть сложно. Пару раз даже ногти ломала. В общем, нужно разрезать. Пришлось сходить, вот тут вот надрезать, чтобы ее открыть. Вот представляете? Вот это надо же так закрывают. Значит, живица у нас с вами повышает иммунитет, защищает от сезонных простудных заболеваний и гриппа. Она способствует повышению... Тут ваточка идет. Способствует повышению защитных сил организма, влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы, стимулирует кровообращение и восстановление обменных процессов головного мозга. Тут идет 90 капсул по 300 миллиграмм. То есть такая вот классная штучка. В чатах мы, когда переписываемся в своем продуктовом чате нашего проекта любимого, да, Faberlic Online, там всегда девочки говорят, если только начали болеть, начинайте принимать живицу и не разболеетесь. Вот это, конечно, факт, на самом деле так и есть. Где-то померзли, замерзли, вон чай иммунити выпили, живицы штучек 5 выпили. Прекрасно, просто прекрасно. А дальше, значит, Energy Boom.
Это природный энергетик, который не вызывает сердцебиение. Очень классная штука. Артикул 157-27. Конечно же, мы заказали много омеги-3 Форте. Это волосы, зубы, ногти, здоровое сердце, сосуды, разжижение крови. В общем, это все омега. 157-79 получается. Так, моя любимая живица кедра. Это кедровая паста. Она такая вот зелененькая. Вкусненькая, она реально вкусненькая для меня лично, очень. Я ее частенько заказываю, артикул 24-44, и она не такая термоядерная, как, например, все остальные. Я очень не люблю термоядерные зубные пасты, они меня раздражают, мне вообще не нравится, когда щиплет все во рту, терпеть ненавижу, а эту зубную пасту очень люблю. Дальше, крем-бальзам с Мумио. Оказалась очень полезная штука именно в нашем доме. Почему? Во-первых, он способствует восстановлению кожного покрова благодаря натуральным компонентам в составе. Они очень хорошо питают, увлажняют кожу, помогая сохранить ее эластичной. То есть вот такой вот он желтенький, интересненький, да? То есть вот прям такой, как вам даже сказать, холодит немножко. Да? Такой вот хорошенький кремушка. Запах у него, конечно, какой-то мятно-горьковатый, но я бы не сказала, что запах там противный, мне не нравится. Нет, нормальный, хороший такой вот аромат. Он стимулирует заживление поврежденной кожи, обладает омолаживающими свойствами, повышает тонус и упругость кожи, устраняет воспаление, успокаивает кожу при раздражении и эффективно борется с растяжками. То есть в составе у нас с вами идет алтайское мумиё, как уникальный компонент, который оказывает комплексное оздоравливающее действие на кожу и обладает восстанавливающими и противовоспалительными свойствами. Экстракт календулы идеально подходит для лечения синяков, воспалений, а также для заживления ран. Витамин F повышает регенеративные способности эпидермиса. И эфирное масло пихтовой хвои устраняет воспаление, очищает и успокаивает кожу. Вот такая вот классная новиночка. Почему сказала новиночка? Потому что он выпущен абсолютно недавно. Я уже его распробовала и поняла, до какой степени он классный. За свою небольшую стоимость я его беру всего за 100 или 110 рублей. В общем, не помню, цена, конечно, минимальная. Дальше, вот такая вот у нас есть зубная паста. Она идет как реально классная зубная паста для снижения чувствительности зубов. Вот сейчас холода, иногда у меня на цитрусовое такое бывает, что начинают зубы, ну, как-то, вы знаете, такие противные быть, я не знаю, как это описать. В общем, да, и эта зубная паста с первого применения снижает повышенную чувствительность зубов. Оно также содержит мягкие очищающие компоненты, которые не травмируют эмаль, способствуют реминерализации и восстановлению эмали. Освежают ротовую полость. Он, кстати, не сильно термоядерный, за что я его еще люблю. То, что я могу им преспокойно, долго-предолго чистить зубы. И низкий поклон вообще компании Faberlic за такой продукт, за выпуск такого продукта. Который раз убеждаюсь, что он просто бомбезный. Дочка у нас ночью опять зубик, у него полез клык, предыдущий не был удален, то есть там такое месиво, десна опухла, все опухло. Мы, конечно, и малофтелином, и Signum One намазали, чем-то все это перемешали, все намазали. Но все-таки, когда мы почистили вот этой зубной пастой зуб, ребенок спокойно проспал, и мы не ночью помчались зубной, а с утра, просто с утра пошли в зубной. В общем, классная зубная паста, просто суперская, нежный, легкий мятный аромат. Артикул 16-57 у нее. Дальше мой любимый универсальный крем с аргинином. Даже не знаю, стоит ли про него каждый раз рассказывать. Да, артикул 12.79. Очень классная штука. Он еще плюс ко всему идет с охлаждающим эффектом. Да, то есть он содержит биоактивную формулу аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Это имбирь, плодов каштана, доника, листьев подорожника, которые восстанавливают и улучшают защитную функцию кожи. Также уменьшают боли при ударах и так далее. То есть тоже 12.79 очень классно. Классные средства. Так, с артикулом 1280 это бальзам-растирка с пчелиным ядом. Это, конечно, реально домашняя аптечка, по-другому не назовешь. Значит, именно вот этот бальзам-растирка с пчелиным ядом, это соцсредство для аптечки. Артикул 1280 у него идет. Тут такая вот, видите, аннотация классная на него еще указана, да. То есть он, что он вообще действует? Он способствует уменьшению боли при нетравматического характера. То есть, ну, например, не знаю, спина застряла, еще что-то, да. То есть в спине, шее, суставах, мышцах. Рекомендован при повышенных нагрузках и работе в наклон. Применяется для растираний при простуде, кашле и переохлаждении. То есть можно спинку, там, грудку помазать малышу или себе. Пчелиный яд в составе идет. Экстракт шалфея, эфирное масло чайного дерева и мятый
водой полевой, они оказывают разогревающие и обезболивающие эффекты. Действительно, на самом деле, средство просто шикарное. Особенно мне это средство очень нравится наносить в перемешку. То есть я, смотрите, что я делаю. Я капаю немножко аргинина на ладошку, немножечко бальзама растирки с пчелиным ядом и чуть-чуть Signum One. Все это перемешиваю в руке, и, например, когда я весь день проходила в шпильках, безумно устала, я вам честно скажу, мне это средство до такой степени хорошо помогает, то есть у меня горят, стучат, пульсируют ноги после шпилек, да, тем более с моим весом на шпильках, когда полдня проходишь. А тут просто ты спокойно засыпаешь, у тебя ничего не болит. Но ощущение, что ты была там на каблуках весь день, оно, конечно, остается. Но болей нет абсолютно никаких. Мне это безумно нравится. И на следующий день я не прихрамываю, там хожу, не знаю, как ступить, да, вот на эту, на подушечку, на гетку, да пальцы-то растут, да, как это место, кстати, называется, ребят, подскажите. Вот. А ты нормально, полноценно ходишь, одел тапочки и пошел. Ну, это шикарно. Поэтому вот 12.80 для меня это просто спасение от всего. Так, это еще раз для чувствительных зубов. А также я сейчас коплю на встречу, на подарочки наши, получается, с артикулом 601-445 USB флеш-накопители с логотипом Faberlic. Они доступны к покупке только для серебряных VIP-консультантов. Да, то есть никто другой ниже статуса серебряного VIP-консультанта их заказать не сможет. То есть, поэтому, если что, ну, просите такие штучки в подарок, может быть, в розыгрыш, еще в что-то. Очень шикарно. Такой вот с логотипчиком Faberlic. Очень классный. Показываю его неоднократно, потому что, ну, я думаю, пакетик нам не нужен. Показываю уже неоднократно. Поэтому будьте випами, становитесь випами. У випов не только Faberlic Drive программа, да, где сейчас будет разыгрываться 3 раза по 500 тысяч рублей. Ну, нифига себе бы я сказала, да? Простите за сленг, но это круто. Вот. Там еще и поездка в Индию, и скоро новые призы еще объявятся. Ну, это вообще просто бомба. Ну, и у випов, конечно же, больше купонов, больше скидок. Я сэкономила более 36 тысяч, мы с мужем считали, вот на БАДах, на купонах. Представляете, вот 36 тысяч, кому они лишние? Кто выкинет на улицу вам 36 тысяч? Да никто, ни вы, ни я, никто. А тут я вот эти деньги сэкономила. Я на эти 36 тысяч, не знаю, 10 раз, ну не 10, конечно, раз, да, то есть, но сколько раз хожу в ресторан. Понимаете, в классный, крутой, и покушаю лучше в ресторане, чем я буду тратить эти деньги, да, то есть вот смотрите, да, большие покупки, они все-таки дают большие скидки, всегда дают большие скидки, когда мы все в одном месте покупаем, получаем, это все равно супер-супер-мега выгодно. Ну что ж, мои дорогие, остальное оставлю на потом. С вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. Обзор и так получился длинным. Спасибо за внимание, ставьте лайки, скоро выйдет часть вторая.